И просто алло. Играет ради того, чтобы просто подолбить кулаком по клавиатуре. Нормально быть истеричкой мужского пола? Яйца не отвалились еще? Да, все нормально. Погоди, скажи секунду, в запое. Там смотри, радиус, чтобы поймать колчана, 50 метров. Ты подъезжай чуть ближе, потому что в следующий раз, хорошо? Да, да, я готов. Колчеданы сбиваете. Съебывайте. Цели преследования. Смена курса.
Да-да, я вижу, добираю. Он водилой каким-то был. Мы можем без него, в принципе, убить. Но потом мы, наверное, хуй доберем. Потому что уже подушили всякого. Ну, 2-4 мы пройдем ИХМ там, в принципе. Можно добрать, можно дикие добрать еще одного. Он сидел водилой. Он с нами вроде. А, да, давай, давай его, давай. Ты отписывайся в этот. В рейд. Да-да-да, он в 10.
Ну, сбивайте колчедан. Сбивайте. Колчедан подтянешь? О, ништяк. Подтяни колчедан. Подтяни колчедан. На мотике разлейте возле осадки, которую нужно держать. Мотик подъедьте, где замерзшая осадка. И загружайте. Шкаф поставь, Кирилл. Я поставил. Еще тыкните кто-нибудь.
Все, больше никто. Подушечка. Это шаман, я не знаю, кто он хил был. Ну, не водил, наводчиком был или еще какой-то хуйня. Дайте в луну этого, сейчас так и опять спадут, опять будет пиздец. Пассажир какой-нибудь. Да ёп. Нам в рукопашку надо ехать. Там надо не повод, там надо просто садиться, чтобы пассажиры собирают ебучие волчеданы нахуй, потому что разрушите без пассажира, не стакают. А тут, блядь, просишь нахуй по 5 раз нахуй за бой, кричишь, блядь, возьми, 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 хуй-то там нахуй.
Нет, не ответил. Это пуг. Thank you.
Присумуньте РПАЛа, рыбу кушайте. Да я даже не знаю, кто из них собирает 25-ки, там, в принципе, гильдой не ходили. Постоянно играет у нас Хилая и Друид. В запое у нас как бы не с нами, грубо говоря. То самое, а Паладин. Не собираешь, да? Он тоже с нами недавно буквально. Да, первый раз, но там видно будет. Я думаю, у кого нет. Да, Хилай у нас обычно. Не вижу его. Блять. Паладины, раздайте каски. Я кулаки МП5 дал. Да-да-да, конечно, давал. Я ему уже 4-й раз. Да, он в переговорной должен был очутиться, но его там нет. Я же вижу.
Угу. Все, вот он. Зашел. Угу. Конечно, я зашел, блядь. Стоите. Еще лужа. Скоро снова взлетит. Перед тем, как взлетает, накидайте дот.
взлетит. Чем все стаки не стоит? Да я думаю, отстоит, фурика может сложить. Так я про него и говорю. А, ну, мало ли. Ну ты пыли. Ты хороший тренер. С минутку отойду.
Нет. Я первый. До второго не доживет. Сбивайте касс. Только разобрали. Thank you.
валит оружие, которым был завоеван этот мир. Вперед, войны Железного Сеятеля, да свершится воля Творца! Найдите очищение огнем! Чуть я не знаю. Что, может, БР? На, послужу. Наковать кто будет? Там же танк свежо, нет? А то тип. Не, это просто неудачно разбили. Не знаю, как это. Ну, этого голема раскалили, там пацаны не отошли, его разбил. Основной там кто у нас получается, Тотик или Тотик? Постой, перебить. Железного Сеятеля, да свершится воля Творца!
Странно, ДБМ не накидывает череп на того, кого нет. Ну и в тот раз что-то не накидывало. Обычно кидает у меня. Еще в руку взяли. Стоп-каст. Нас укрыло. А вот Веланир. Илая отдавай, пусть собирает. Ну, тут кроме хила это больше никому не надо. Еще лема. У вас лема есть? Лем. Нет у нас лем. Пал с нами ходить не будет. Да? Да там не такая пушка серьезная. Ну.
Оно только учится. Вот, уничтожение, ага. Да и лут групповой на секунду. Вноси. Череп выноси.
черный выноси. Череп. Череп, блять. Заебись. Бегите или умрите.
Сразу видно, у кого ДБМ установлен. Я вообще не знаю, как можно играть без ДБМ.